Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы с вами вяжем вот такую вот шапку челму. Для начинающих, для тех, кто только начинает вязать, всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Для шапки нам понадобятся нитки, стопроцентный акрил, 285 метров в 100 граммах. Спицы 3,5 миллиметра, 4 маркера, игла и ножницы. На спицы набираем 22 петли. Первый ряд вяжу резинкой 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так до конца ряда. Последняя петля изнаночная. Следующий ряд. Лицевую провязываем не в петлю, как обычно, а на ряд ниже. Лицевая, изнаночная, как обычно. Лицевую в петельку под петлей. Изнаночная обычно, лицевая под петлю. И так до конца ряда. И последующие ряды мы вяжем как второй ряд. Лицевая в дырочку под петлю. Продолжаем вязание таким вот образом. Вот такую вот полосу мы вяжем. Длина полосы у нас соответствует обхвату головы минус 4 сантиметра. Вот она, 52 сантиметра. То есть плюс 4, 56 у меня обхват головы. Все петли закрываем. Так, всего вяжем две полоски одинаковые. Далее ставим разметки маркером. Для этого отделяем средние 20 рядов. Для примера у меня 220 рядов. Здесь у меня 100 рядов до первого маркера. И здесь 100 рядов до второго маркера. И между ними 20 рядов. Всего 220 рядов. Далее игла с нитью. Складываем пополам и сшиваем до маркеров. Аккуратно сшиваем до наших маркеров, вот так вот. Дошиваем до маркера и делаем узелок, нить обрезаем. Вот, видите, вот у меня сшито, здесь у меня дырочка, здесь сшито. Теперь я снимаю маркеры и беру вторую часть и продеваю в эту дырку. Вот мои маркеры, кладываем пополам. Вот они, вот это наша сшита. Вот вторая продета в эту дырочку. Теперь мы ее складываем пополам и сшиваем до маркера. Вот смотрите, сшила я эту сторону до маркера. Теперь выравниваем лицевая сторона. Лицевая сторона здесь. Шов и шов, две изнаночные стороны, складываем
лицевыми сторонами вовнутрь, чтобы шовчик был здесь и здесь. И сшиваем третью сторону. Вот сюда. Здесь уже у нас маркера нет. Но мы сшиваем столько, сколько у нас получится, то есть сколько мы достанем. Вот видите, я сшила сколько смогла, дальше я уже не могла доставать. Поворачиваем, проверяем. Видите, так вот она смотрится. И теперь последний штрих. Так, осталось нам сшить заднюю часть. Вот она у нас. Видите? Мы ее сшиваем одновременно присборивая. Нам нужно ее здесь стянуть. То есть делаем вот такие вот большие-большие стежки и стягиваем. Вот так вот я здесь стяну. Теперь делаю узелок. И теперь еще раз здесь вот фиксирую. Прошиваю нашу стянутую заднюю часть. Видите, вот наша стянутая задняя часть. Стянули мы ее до состояния, сейчас померяю, 10 сантиметров, 9-10 сантиметров. Делаю здесь узелок, обрезаю нитку, и по сути наша шапка готова. Так, выворачиваем. Вот она, наша шапочка. Вот так вот выглядит наша шапка, девчонки. Видите? Здесь вот хорошенечко стяните, чтобы оно было чем больше, тем лучше. Тем она лучше сядет по головушке. Вот такая вот шапочка. Вяжите, девчонки, очень просто и стильненько, симпатичненько смотрится. Ну все, я с вами прощаюсь. Такая шапка у нас сегодня получилась. С вами была Вика из школы рукоделия. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока-пока!